А мечей зовут на субботник. Масштабная уборка пройдет 25 апреля. На помощь горожан в мэрии рассчитывают всерьез. Резкое таяние снега обнажило весенние проблемы мегаполиса. Вслед за паводком на повестке дня грязь. Чтобы город похорошел, а жить в нем стало комфортнее, уже несколько дней в Омске моют и красят мосты, собирают прибордюрную пыль, вывозят мусор. К муниципальным служащим уже сейчас присоединяются сотрудники предприятий и организаций, учащиеся, работники КТОСов, управляющих компаний. В каждом округе примерно выходит не на субботник, а в рамках подготовки субботника средники, там, вторники, там, назовем их пятничники, значит, давайте как бы так вот назовем, до 30-35, как, смотря какой округ, 20 тысяч человек. Мы считаем как бы по возрастающей всех людей. Главный штурм 25 апреля. На работу зовут даже школьников. Для этого заранее спросили родителей. В большинстве своем, конечно же, мы получили разрешение на это. И сегодня школьники, ну, наверное, с понедельника, когда уже будет стояться более хорошая погода, начинают работать. Раскрепили, то есть это сама школа и какой-то участок за территорией. Сложнее обстановка в частном секторе. Иногда жители создают себе проблемы сами, вываливая мусор, где удобно. У нас никого не спросишь, какого-либо жителя. У нас жители говорят, да город Омск такой грязный, да такой страшный, да мы здесь жить не будем. Почему? Почему такое отношение к тому городу, где мы живем, где мы родились, где мы растем своих детей? Почему он такой грязный? Потому что жители таким его делают. Не кто-то там, не новосибирцы пришли тут на мусор, а мы же сами себе носим под нос. Представители Министерства природных ресурсов и экологии подтвердили, что отходы сейчас можно вывозить на 3 полигона. Главное, чтобы мусор не залеживался вдоль дорог. За это обещаю штрафовать. Лежат мешки аккуратненько возле столбов. Потом они лежат, смотрим, уже май месяц они лежат, июнь месяц они лежат, потом их ветром растрепало, собаки растащили, все раздуло. И самое главное, что бывали такие случаи, когда в следующий год они все лежат. Итак, дата субботника 25 апреля, место улицы Омска. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.